Всем привет! Согласны, что карантин – это не повод расслабиться и валяться на диване. Наоборот, можно занять это время максимально с пользой. Например, приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. И сегодня мы с вами будем готовить хлеб из гречки. Поехали! Для нашего хлеба нам понадобится 250 грамм гречки, которую необходимо перемолоть в муку. Я это делаю при помощи кофемолки. Примерно 300 мл воды для получения однородной массы, в которую мы добавляем 1 столовую ложку масла, 1 яйцо, семечки и орехи по вкусу. Солим, перчим. И отправляем в форму, которую необходимо запекать в духовке примерно 50-60 минут. Сверху можно украсить также орешками и семечками для красоты.